Ключ к эффективному омоложению лица – это соблюдение пропорций, что и ведет к моделированию средищечного компартмента. Почему в антивозрастной терапии важно работать с жировыми компартментами? Потому что поверхностные и глубокие жировые пакеты обеспечивают поддержание вышележащих тканей, создают объем. С возрастом мы видим опущение всей средней зоны лица. Результаты этого процесса – неровный рельеф щек, опущение скул и латеральных отделов бровей. Все эти проблемы расположены именно в средней трети лица, и именно они участвуют в образовании носогубных складок, морщин-марионеток и нарушении четкого контура овала. Моделирование среднещечного жирового компартмента при правильном выполнении и выборе препарата позволяет моментально скорректировать все эти проблемы. В своей практике, когда я моделирую среднещечные жировые пакеты, чаще всего я выполняю канюлей и ротационным филлером Derly Strong, потому что канюля позволяет работать без гематом, раздвигая ткани, а не разрывая их. Результат терапии пациент замечает сразу. Реабилитационный период при этом минимальный. Научиться грамотно моделировать лица пациентов вы сможете на нашем семинаре 21 октября в программе «Моделирование среднещечного жирового компартмента. Коррекция поверхностных морщин микродозами препаратов. Векторный лифтинг». И вся необходимая информация для эффективной и безопасной работы косметолога.